Жители 39 многоквартирных домов получили некорректные квитанции за вывоз мусора. Из-за технического сбоя первоуральцам за февраль насчитали двойную оплату. Потребителю достаточно обратиться либо в офис регионального оператора по адресу Трубников 44В, либо произвести оплату по корректной квитанции на официальном сайте регионального оператора в личном кабинете, либо, значит, в квитанции за март месяц будут учтены уже верные показания. Технический сбой коснулся домов на улицах Комсомольская, Ватутина, Советская, Ленина, Попанинцев, Чкалова, в проспектах Ильича и Космонавтов. Специалисты рассказали, что повторные верные платежки за февраль потребителям отправлять не будут, чтобы не создавать путаницу. Для оплаты достаточно внести половину суммы, указанной в квитанции. Информацию об этом сотрудники компании регионального оператора разместили у входов в подъезды. Подробнее можно узнать на сайте или в социальных сетях ТБО «Экосервис», а также по телефону горячей линии.